Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Какие интересные культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. 19 октября в детской картинной галерее пройдет семейный день. Детей и их родителей приглашают на мастер-классы и экскурсии. В 12:00 вы сможете попробовать себя в мезенской росписи. В 14:00 нарисовать осенний натюрморт, а в 16:00 сделать подставку по телефону с главными достопримечательностями города. Бесплатные экскурсии по выставке «Иванов век», посвященной творчеству выдающегося самарского живописца Ивана Васильевича Крупунова, пройдут в 13:00 и 15:00. До 19 октября самарцы могут увидеть лучшие работы лауреатов 14-го Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». Он объединяет творческих людей, которые представляют документальные и художественные фильмы, программы об этнографии, традиционном народном творчестве и культуре. Помимо показов фильмов лауреатов, гостей фестиваля ждут творческие встречи и лекции, которые прочтут профессионалы российского кино и телевидения. Они расскажут о видах документального кино, рассмотрят практическую драматургию неигровых кинолент и откроют секрет, как сделать документальные фильмы интересными для многих зрителей. Билеты на фестиваль бесплатные, но нужно заранее зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке в телеграм-канале городской администрации. Библиотека имени Надежды Крупской приглашает горожан на последнюю пешеходную экскурсию в этом сезоне. Она пройдет 19 октября и будет посвящена Пушкину. Экскурсоводом выступит доктор филологических наук, профессор, краевед, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Начало литературной прогулки в 17:00. На этих выходных Самарский литературный музей презентует свой новый проект «Книжный клуб с психологом между строк». Первая встреча состоится в это воскресенье, 20 октября. Обсуждать будут рассказ Антона Чехова «Тоска». На его примере разберут чувство одиночества в социуме и поговорят о том, как изоляция и непонимание отражаются в жизни героев произведения. Участников ждет обсуждение сюжета, разбор психологического портрета главных героев, обмен опытом, комментарии от психолога, уютная атмосфера и горячий чай. Начало встречи в 11:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.